Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему для тех, кто хочет навсегда отключить защитник Windows 10 версии. Не будем многословить. Начали. Нажимаем на кнопку «Пуск» и в окошке «Выполнить» или «Найти программы и файлы» прописываем «Regedit». Нажимаем на этот значок «Редактор реестра». И открылся редактор реестра. Рекомендуется создать резервную копию реестра Windows перед тем, прежде чем выполнить остальные шаги. Копируем ссылку в раздел реестра, которая будет дана в описании видео. И в этой адресной строке, где написано «компьютер», ставим «флеш». И скопированную ссылку ставим сюда. Жмем «Enter». Произошла автоматическая раскладка до необходимой папки Windows Defender. Папка Windows Defender должна быть выделена. Копируем название параметра в описании видео под буквой «А» и справа на свободном месте щелкаем правой клавишей мыши. Появилось слово «Создать». В контекстном меню нажимаем на параметр «Divert 32 бита» и скопированную ссылку ставим сюда. Жмем «Enter» и называем его «Disable Anti-Spyware», что переводится «Отключить антишпионское ПО». Щелкаем правой клавишей мыши по этому параметру. В контекстном меню нажимаем на «Изменить» и в этом окошке значение 0 меняем на единицу и нажимаем «Ок». Теперь необходимо создать новый раздел, который называется Real-Time Protection, что в переводе называется «Защита в режиме реального времени». В описании копируем ссылку, обозначение буквой «Б», нажимаем правой клавишей мыши на папку Windows Defender «Создать раздел». И вставляем скопированное название сюда и жмем Enter. Справа необходимо создать несколько параметров. Копируем ссылку под цифрой 1 и на свободном месте щелкаем правой клавишей мыши «Создать». И в контекстном меню жмем на параметр «Divert 32 бита», независимо от системы Windows, скольких она бит. И вставляем скопированную ссылку сюда и жмем Enter. Щелкаем правой клавишей мыши по этому параметру «Изменить» и в этом окошке значение 0 меняем на единицу и нажимаем «Ок». И так проделываем с остальными параметрами. Копируем ссылку по цифре 2, создать параметр «Divert 32» и вставляем скопированную ссылку сюда и жмем «Enter». И значение 0 меняем на единицу «Ок». Копируем ссылку, обозначенную цифрой 3, создать параметр «Divert 32 бита». И вставляем скопированную ссылку сюда и жмем Enter. И значение 0 меняем на единицу. ОК. Копируем ссылку под цифрой 4. Правой клавишей нажимаем «Создать». Параметр «Divert 32 бита». И вставляем скопированную ссылку сюда и жмем Enter. И значение 0 меняем на единицу. ОК. Все необходимые работы проделаны для полного отключения защитник Windows. Перезагружаем компьютер. Если у вас при запуске Windows на рабочем столе появляется значок «Защитник Windows», то отключаем его. Правой клавишей мыши щелкаем на панели задач, диспетчер задач, нажимаем «Автозагрузка», и если здесь стоит значок «Защитник Windows», то отключаем его. Кто хочет получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на мой канал «Все своими руками 36». До свидания.